Видеозрители, и мы продолжаем играть в 1.6, и сегодня у нас ночная охота на сомов. Как всегда на базе Енисей, пытаемся намного профитнее проводить каждую секунду, минуту игрового времени, по максимуму выловить какую-то рыбу, заработать денег и уже потом отправиться играть какие-нибудь турниры, вступить в клуб. И непосредственно потом рвануть куда-нибудь за белугой. Купить хотя бы одну удочку, чтобы мы смогли побомбить белугу. Вот пока такие планы. Но сейчас, на данный момент, я думаю, надо где-то игровых денег 1050 накопить. Может быть больше, чтобы нам хватило на все. Да, чтобы нам хватило реально на все. На переезд, еще там что-то, чтобы у нас еще остались деньги. Вот такие дела. Поэтому усиленно ловим сомов. Надеюсь, у нас это получится. Ребят, ну простите за мою непостоянность. Я почему-то зашел, ни один сом не клюнул. И решил поехать на Волгу. 2000 денег, один день. И как бы самолет стоит $150. Я думаю, мы можем себе это позволить. Давайте сделаем эту серию интересной. Все ради вас, ребятки. Поэтому обязательно подпишитесь. Поставьте большой палец вверх. Правда, серьезно. Я вас всех очень люблю, вы у меня самые лучшие. И давайте попробуем поймать все-таки белугу. Хотя бы одну. На первой локации найдем ямки. Вот, кстати, тут уже сразу сходу ямки есть. 550. По-моему, вот этой глубины 550 для белуги с головой. Давайте зарядимся. А, вот тут есть даже поглубже ямки. Можно, в принципе, и поглубже засандолить. Как звучит засандолить. Так, вы у меня плохому не учитесь. Это у меня такие словечки плохие. Вы за мной не повторяйте. Будьте интеллигентными. Так. Ну давайте раскинемся вот так. И будем ждать. 5:20. У нас идеальное время для ловли вообще любой рыбы, которая начинает клевать. Как бы днем, в дневное время суток. Поэтому ждем. И я надеюсь, хотя бы один экземпляр. Один мы с вами поймаем. Вот прям реально надеюсь. Фух. Волнительно. На Волге я еще не пробовал белугу поймать. Надеюсь, реально получится. Даже если хотя бы выловим белугу килограмм на 75. Вообще белуга очень крутая рыба. Она весит больше 300. Вроде бы у меня тут сохранка есть. Сейчас я прочитаю, вам скажу, сколько она весит точно. Но, по-моему, больше 300 или 300. Сейчас глянем. Неужели я ее удалил? Блин, вот я лопух. Я, короче, удалил ее. Обидно. А не, ребятки. Не-не-не. Так. Не написано у меня. Я как-то по-еврейски ее сфоткал. Не написано. Ну, не написано, и ладно. Хрен с ним, не страшно. Когда выловим, тогда и узнаем. А не выловим, сломаем удочки. Но будем пробовать. На первой локации белуга, наживка моллюск. Я думаю, что-то доклюнуть должно. Что-то клюнуть должно. Вот эти вот, кстати, переезды, они создают всякие лаги. Может быть, перезайти на всякий случай. Чтоб как бы не лагало. Давайте, наверное, так и сделаем. Ребята, сори, клюнула рыба, клюнула, но я не успел записать. Правда. Клюнула, но было написано, леска оборвалась. Немножко обидно. Ну как немножко, конечно, обидно. Значит, все-таки клюнула белуга у нас. Охренеть, я в шоке. Хорошо, что я нажал на ашку, как я подсмотрел в форуме, что сначала ашечку, чтоб, ну, естественно, леска рвется, но... У вас как бы удочка целая остается. Так и будем действовать. Блин, я не ожидал. Я только закинул, она сразу же клюнула. Я на ашку сразу нажал. И просто она одномоментно хоп и оборвала леску. Значит, наверное, рыба килограмм за 200 где-то. Может быть, даже и больше. Хотя не, у меня ж леска на 400 там с чем-то килограмм. Значит, еще больше. Охренеть. Это серьезно, ребята. Это серьезно. Будем ждать.
Я надеюсь, еще будет пара поклевок, и, возможно, мы сможем что-то вытащить. Блин, обидно, что надо было все-таки запись включить, дурак, я не подумал. Надо было включить, а я что-то как-то замешкался, думаю, сейчас этот, ну, начну тянуть и как раз включу и вам покажу, что вот уже белугой клюет. Наивный албанский школьник, так что прошу прощения. За это можете лупануть дизлайк, написать в комментах, что я хреновый ютубер, я все прощу. Да. Да. Не хотел, конечно, так. Но ничего, ждем. Ждем, ибо я надеюсь, что что-то клюнет. Дельное. И надо как-то разобраться с турнирами. Надо разобраться с турнирами. Давайте посмотрим газету. Правильно? Газеты у меня нет, офигеть. С какого хрена? Лицензия. Полная лицензия у нас на 64 часа. Черный Амур и Таймень. Мы, кстати, можем пойти против закона и рвануть половить Черного Амура. Но есть прикол. Там, по-моему, штраф, там по 3000 долларов лупят. И это опасно. Это мы можем с вами сгореть на этом. А пока у нас цели с вами не выполнены, мы так не можем рисковать. Припасы, а ну. Во-во-во-во! Смотрите, так, Ашечка. Это была Ашечка! Это была Ашечка! Ёшкин кот! Серьезно? Остался один. Ребята, все, не суемся на Белугу, я понял. Все, уезжаем отсюда. Ну его нафиг, реально. Че у нас? Ну мы сейчас влупим половину своих денег, естественно, опять на спиннинге. Конечно, как всегда, вот мы лупанем сейчас с вами. Блин, ну почему так, а? Ё-моё, я расстроен. Немножко расстроен. Что делать, ребята? Ну что делать? На Белугу нам надо снасти охренеть. Что нам надо? 12 разряд и вы не набрали нужный рейтинг. Выиграйте больше турниров. Так, ой, это не то я открыл. Давайте купим газету. Купим газету, зайдем в инвентарь, посмотрим газету. Что нам пишут газета? Немного статистики. Так. Енисейна мы там ловим с вами. Так. Рыболов вторник. Тарань. Да, какая же большая рыба. А как же тут турниры лупенить, а? Я вот даже и не знаю. Покупка недвижимости. Ни хрена себе, сколько стоит. Дорого. Дорого. Очень дорого. Ну, запар мы себе можем позволить. Да мы себе можем, в принципе, даже вот эту тачку позволить. Десяточку. Ну, запар. Это ж ты чё? Зазик. Зазика купить это святое дело. Но из-за моей тупости мы с вами не можем купить Зазика. Я думаю, надо гасануть водки. Надо влупить водки, потому что вот горе. Пиво это не то, понимаете? Вино это тоже вот не подходит. Виски, ну это что-то вот такое вот обмывать. Абсент. Ну абсент это когда уже вообще все плохо, прям вообще в хламину, надо ужраться. Ну мы, как русские, мы в водочки, короче, закинем. Ладно, хватит нам водки. Давайте посмотрим, что у нас. Так, все. Турниры. Турниры. У меня на улице идет дождь, ребята. Вы понимаете, да? 10 марта. Снега еще куча. И гремит гром. Я в афиге, честно вам скажу. Но так есть. Правда, я в афиге. Блин, как же нам поймать это? Точнее, не поймать, как же нам поучаствовать в турнире. Я очень-очень хочу поучаствовать в турнире. Как же узнать вообще, что турнир есть? Тут нигде не пишется, да?
информации, пресса, объявления. Свежий выпуск мы покупали с вами. Странно вообще. Ладно, ребятки. Ребятки, я почитал. Турниры проводятся каждую субботу, и надо покупать газету за понедельник. Ой, вот это у меня дождь лупанул. Надеюсь, вы не слышите его. Что мы будем делать? Что мы будем делать? А хрен его знает, что мы будем делать, правда, потому что я не знаю. На Волге. Что можно половить на Волге интересного, потому что не хочется тут бабки тратить, если честно. Сейчас будем смотреть. Итак, ребята, давайте посмотрим, можем ли мы купить с вами живца. На четвертой локе можно тут на живца неплохо половить. Или надо его делать самим. Походу живец делается самостоятельно. Это хреново, знаете почему? Потому что я хотел на живца половить различные виды на четвертой локации. А у нас нету. Нету, нету. Давайте поэкспериментируем. У меня есть вроде бы. Что у меня есть? Ни хрена нету. Ну давайте на кусочки мяса. Может быть что-то возьмет интересное и приличное. Если это будет так, то будет прикольно. Так, и надо оснастить еще один спиннинг. 405 килограмм. И в итоге у нас порвало все, что было. Все, что можно было порвать, у нас порвало. Обидно, конечно, но ничего не поделаешь. Ладно. Закидываем, наверное, по максимуму в ямы. Не будем ждать. В надежде, что что-нибудь словим. На форуме много всякой интересной темы пишут, но днем вроде как ничего такого, знаете, нету особенного. Брюлики и так далее. Блин. Все пишут за самов, типа тут очень жесткие самы. Блин. Не очень мне это нравится. Пишут, что самы на 200 килограмм, на 170. У нас 170 спиннинг. Нам просто спиннинг в хлам разломает. Это фигово. Это фигово. Может быть, реально поехать на локацию. Точнее, опять на Енисей. Уже который раз я это говорю, но реально поехать на Енисей и там долбить. Или давайте покатаемся по базам. Покатаемся по базам. Вернемся, к примеру, на свою родную землю, так сказать. Кундрючка. Давайте. Нет, нам не нужен самолет, нам нужен поезд. Чем дольше мы будем ехать, тем лучше. Нам надо прокатать дни. И чтобы у нас была суббота, либо был понедельник. Суббота это мы, получается, это у нас сегодня что? Среда. Отлично, давайте. Кондрючка, Северный Донец, пруд. На пруд. Вот, 13 часов. Отлично. Сейчас вот так вот выкатаем и посмотрим по поводу турнира. Может быть, мы сможем зарегаться на какой-нибудь турнир. Если это так, то это будет просто шикарно. Итак, ребята, после длительных поездок туда-сюда, как Фигаро, я добрался до своего родного пруда, суббота 4:50. Газеты, естественно, у меня нету, потому что я неделю разъезжал, и я жду, может быть, в 5 часов утра здесь есть турнир. Я, конечно, не уверен, но будем надеяться, что вдруг он есть. Так, 5 утра, нету турнира, обидно. Значит, совершаем поездки еще несколько раз и смотрим. Я, к примеру, езжу между Кундрючкой на поезде. 40, 300 баксов всего лишь. Кундрючка, наш пруд, наше озеро. Кундрючка, наше озеро. В принципе, это недорого, но, как бы, да, по бабкам денежки это сжирает. Но
В итоге у нас вот суббота, воскресенье и еще пару раз ездить, и у нас будет понедельник. И, естественно, уже будет в чем прикол? В том, что мы сможем купить в понедельник газету, посмотреть, где у нас будет турнир. И, естественно, потом в следующей серии половить в этом турнире и, может быть, его даже и выиграть. Давайте еще раз на кондрючку сгоняем. Главное не просрать понедельник. В понедельник купить газету. Вот что самое главное. Сейчас купим газету, посмотрим и на этом будем заканчивать нашу серию. Потому что уже хватит. Понедельник. Отлично. Покупаем газету и смотрим в газете. Так, турниры. Так, 23-й разряд. Понятно. 23-й разряд у меня. Но турниры мне надо. Вот, на базе NEC открывается турнир. Спонсор нет. Любой желающий принять участие в турнире должен пройти регистрацию. Ага. 5.00. Енисей. Вот, теперь главное другую газету не покупать, эту хранить. И в Енисей у нас турнир. И попробовать забомбить этот турнир. В принципе, если посмотрим у нас... А, погодите, Енисей, это ж наша любимая эта база. Ну вообще просто must-have, я считаю. На нее рванем и половим еще осетра и плюс еще поучаствуем в турнире. Поэтому всем огромное спасибо. Ставьте лайкосики, подписывайтесь, делитесь с друзьями видосиком и комментируйте. Всем до скорых встреч.